В принципе, качеством игры остался доволен, ну, несмотря на счет. Но так игра слаживалась. Да, играли с лидером чемпионата, который не потеряли еще ни одного очка. В принципе, игра была до гола. В первом тайме мы хорошо оборонялись. Были моменты, чтобы открыть счет. Не получилось. Ну, еще раз говорю, мы первыми совершили ошибку мы. Гол, потом сразу же второй. Ну, и просто потом уже немножко рассыпались. Ну, так, конечно, тоже нельзя. Но, в принципе, до гола мне игра понравилась. А по горячим следам можно сказать, что в первый тайм, может быть, был равным, но во втором тайме преимущество было за Минским «Динамо», на ваш взгляд, так ли это? Ну, я говорю, что до гола игра бы все равно была, оставалась равной, но этот гол изменил очень многое. Ну, могу сказать, что первый тайм был равный, но во втором тайме немножко вышли, немножко чего-то испугались. Где-то на ошибках нас «Динамо» Минск поймал, и как-то после первого гола как-то расклеились. Постарались исправить ситуацию, но не получилось. Давай. Главный тренер команды Андрей Михайлович Лепец сказал, что игра была до гола. Как, на твой взгляд, так ли это? Да, я согласен, да, игра была до гола, потому что этот гол, ну, многое поменял. Если бы гол, то, мне кажется, не факт, что такой бы результат был. «Динамо» лидер чемпионата. Удивила ли чем-то команда? Нет, в принципе, ничем не удивило. Нам всю неделю в тренировках и говорили их сильные и слабые стороны, но... Ну, как-то не получилось, да.